Можно. Посмотрите в камеру, пожалуйста. Сколько вам лет? 69. Скорость печати? 400 знаков. Excel Word? Разумеется. Языки? Английский, французский, свободно. Польский, чешский, разговорный. Vous convenez à notre client, mais il ne sait pas. Il cherche un secrétaire jusqu'à 500. Je peux facilement travailler peu de. Donc, Mario est persuadé. C'est prendre longtemps. Ты часом не маньяк? А то мне умереть надо срочно. Что? Езжу тут часто, вижу тебя все время. Хороший кафе. Спасибо. Главное, кекс не бери. Thank you.
Рест. Кофе. Чего тебе? А ты хочешь всю жизнь так просидеть? Ах, моя Анечка, Аня моя, какой же я теперь одинокий, как мне себя жалко. Послушай, мне и одному хорошо. Нет, не хорошо. Меня твоя Аня прислала. Поверил. Поверил. А ты знаешь, что чудес не бывает? Ушла, значит, ушла. Все. И ты иди. Вообще-то мне радикально понравился. А теперь тихих люблю. Мой бывший громкий был. Почти супермен. Я для него на 8 килограмм похудела, чтобы соответствовать. Где ж твой супермен? Улетел. Как и положено. Когда у тебя душ? Тебе не кажется, что это не смешно? Тебя вообще-то полгода как бросили. Полгода. Официантка помнит, как вы тут. А теперь он сидит каждый вечер с 5 до 7, страдает. Это уже не любовь, это уже какие-то глисты. Посмотри на меня. Вот я не страдаю. 2 дня и пофиг. А мне пофиг. Вот, не грустно, ни капельки. Вообще не грустно. Мне не грустно! Лена, 19 лет, повар. Скажите, пожалуйста, Лена, знаете ли вы, что такое асафетида? Что? Ну, если вы претендуете на должность повара, вы должны знать, что такое асафетида. Примерно. Не знаю. Ну хорошо, чем похвастаетесь? У меня за кексы 5. И за салаты. Меня, короче, замуж приглашали. И за пирожков. Думал, под трамвай кидаться пошла? Надеялся. Это ты у нас будущий чемпион по прыжкам на рельсы. Любовь. Бунин трагический. Бунин не про любовь писал. Про что? Про то, что сидит он один. В этой своей миграции. Среди Парижа. Без родины и без баб. Константин Аркадьевич.
музыку любите? Я терпеть не могу разлук. Это тяжкое бремя тревог. Слышали? Это моя песня. Я раньше песни писал. Один раз даже на Грушевском фестивале выступал. Зачем? Ну, потом быт затянул. Да, знаете, некоторые психоаналитики придумали занятный способ избавиться от любовной зависимости. Угу. Давайте. Подержите. Нет, не здесь. А, вот. Надо вылепить фигуру объекта своей страсти из глины. Забраться на высокую гору. Я бы сейчас еще... Вот. Катарсис нужен. Это специалист. Понимаете? Слезы. Я сейчас и мобильник имею. Значит, вылепить фигуру, забраться на... Так, забраться на высокую гору и сбросить в пропасть. А лепить как? В полный рост? Да. Она была с 5-го курса. Старше меня на 3 года. Я сидел у нее на дворе. Она приходила, я... Сидел, она уходила, я сидел. Солнышко, тепло, хорошо. Потом она меня вдруг заметила, подошла, спросила, где я живу. Я живу в общаге, это 1,5 часа оттуда еще. Ну, она махнула рукой, сказала, ну, пойдем. Зашли в парадное. Она отстегнула блузочку, 3 пуговички, снизу, там где пупок. Говорила, ну, целуй. Я встал на колени. Поцеловал. Потом она застегнулась и пошла домой. Потом я больше к ней не ходила. Кекс какой-то. Странно. Сыпется. Мы ведь, друзья мои, то, что мы помним. А помним мы... всякую фигню. Простите. Константин Аркадьевич. Ну что вы, я же работаю. Я в школе преподаю труд домоводства. Придет Анна твоя? Я умею терпеть. К тому же я хороший специалист. Возьмите меня. Возьмите и... Вы не пожалеете. Спасибо.
помнишь? Психолог говорил. Трудовик, домовик? Ну, про глиняную фигню, которую со скалы. Глины нет, вот. А твой тут каким боком? Вот, у нее есть грудь. Вот там все дела. Все дела мы вывернем наружу. Внизу будет мой, а сверху твоя. Скажите спасибо, что водитель вовремя среагировал. Просто мы не знали, что она поскачет. Кто куклу придумал? Я. Надул? Я. И сбросил? С третьего этажа. И что, помогло? Хочешь меня поцеловать? А чисто технически? Поздравляю. А что еще могу сказать? Ты где? Нет, я в кафе больше не сижу. Давно. Да я просто так спросила. У меня другие увлечения. Французский, психология, резиновые бабы. Можешь не продолжать. Нет. Нет, мне-то зачем это знать? Ну, раньше ты считал иначе. А кто это был? Да, ты прав. Пока. Постой. Хотел тебя при случае что-то важное хотел сказать. Тебе. Странно вылетел из головы. В каком случае? Давай. Радоваться и прощаться. Куда это ты собрался? Во Францию. А чё, не в Сибирь? Ну, у Франции есть небольшое преимущество, она в 6 раз меньше. Нехватка менеджеров по набору персонала? Нет, найду кафе, буду сидеть с 5 до 7. Ты уже это принял? Я пью только шампанское.
Я же ее ударил здесь последний раз. Кулаком? Да нет, ты че? Свитер тогда купил. Когда свитер не носил, что-то купил. Свитер. Старухи в магазине, там продавщица, говорят, идет. Тебе свитер купил. В чем тут свитер? Она работает. Она хочет все успеть. Она торопится. Она редактор. Редактор в журнале. Хороший редактор, я сам нанимал. И она сидит вот здесь. И раскладывает по стопочкам эти свои фотокарточки. Ну, там дядьки всякие, тетки для обложки для журнала. А у нас уже все плохо. Давно уже. И холод какой-то от нее. Я же не 5 минут думал, правильно? Говорю. Вдруг. А давай. Расстанемся. На время. Она спокойно на меня посмотрела. Отодвинула эти свои. Стопочки фотографий. Через 3 минуты мы уже там. Мне помойка эти ящики мусорные. Ну и мы там. Понятно. Че? Она всегда для меня была лучше всех. Всегда. И не потому, что, как сказать,
не потому что лучше. Потому что она... Мы там с решаемостью, вот, телодвижение. Зима, блин, да холод собачий. Я пальто. Распахнуто пальто. Это задрано все. Я на нее смотрю. Я вдруг понимаю, что как-то естественно худа. Как-то у меня грудь павшая, те бедра, блин, вялые. Эти движения уже не нужны никому. Эй, все равно. Представьтесь, пожалуйста. Анна Корнакова. Можно поближе к микрофону попросить? Анна Корнакова. Сейчас еще чуть-чуть поговорите. Отойди, не гляди, скройся с глаз ты моих, сердце ноет в груди. Нету сил никаких, сердце ноет в груди. Раз, раз, раз. Ой. Еще чего-нибудь? Позже. Человек подойдет, наверное. Как же, подойдет. Разрешите присесть?
куда пропала? Ты прожуй сначала. Проснулась дома. Ну, правильно. Сколько ж ты выпил? Вот она, значит, какая Франция. Не придумай. Немного я выпил. Деньги там. Но сюда. Не успел уехать. А ты что здесь? Константин Аркадьевич мне своими песнями всю почту засрал. Тебя. Я себе не показываю, плохая примета. Зеркальце забыла. Дай. Хочешь, я с ним встречусь? С Константином Аркадьевичем? С парнем твоим. Ты что, офигел? Да, ну, не дергай, сиди сюда. Я с ним встречусь. Скажу ему, что я твой новый мальчик. Скажу, чтобы отстал от тебя. Вроде все. Ревность — это очень сильное чувство. Да. Давай телефон. Имя? Павел. Ну что ты думаешь, я сейчас буду звонить? Да. Нет. Мне надо подготовиться. А ты драться умеешь? Тебе не кажется, что мы катимся по наклонной? Кто он по профессии? Архитектор. Фина себе архитектор. Глаз заплыл. А ты его тоже стукнул? Нет. Я не успел. Патруль мимо проезжал. Ну, я закричал от неожиданности. А он где? В полицию. Где? На скаковой метро «Динамо». Да гад. А спасибо. За что вас уволили? Ты про дуэль? 7 шагов в обеденный перерыв. Секунданты? Своего ордира позвал, он зассал. Какая нафиг дуэль? Пистолет травматик. Один на двоих, ствола нет. Хер с полкирпича. Сначала я ему в грудь засадил, потом он мне в лоб. Говорит, в глаз целился. Ну, а потом уже меня уволил. А вам не кажется все это глупым? Слушай, чувак, а как сегодня доказать, что ты мужик?
А? Давно тебя не было. Да, после 3 суток вернулся ко мне счастливым человеком. Психология. Слушай, а может, ты еще разок поговоришь с ним? Он ударит тебя, сядет на 15 суток. Мне подумать надо. Ты же ночами не спишь. Он тебе снится. Ну, если снится, значит сплю. Слушай, ты мне друг? Да. Обними меня. А здесь? Ну, хочешь, пойдем подворотню за ящики? Тебе такого сказала, что ты потом во Францию. Замуж выходит. Всюду жизнь. Ну, все. Нет, еще немного постоим. Кажется, что секс — это жаркие хваталки и дыхание в кровати. А на самом деле что? Все.
мысли, сны, дела, слова, даже обидные. Ну, обидные я от тебя уже слышала, не обидные. Куст, дом, лампа, голос, дерево. Любое слово, любое касание. Контузило. В Москве мать, квартира. А жизнь не наладилась пока. Не придет? Давно ее знаешь? Красивая. Я такую красоту только однажды видел. Но она уже мертвая была. Если в танке не работает нагнетатель воздуха, то во время выстрела пороховые газы остаются в башне, и экипаж насмерть угорает. Для страховки назначают огневых посредников. Учения. Вертушки передний край обработали, танки в атаку пошли, рота развернулась, по мишеням палит. Я за ротой, огневой посредник. Вижу, танк побрел. Экипаж не отзывается. Догнали. Люки раскрыли. Она. На башне еще и девка. Рыжая. Волосы длинные. Еле вытянул. Зубы ложкой разжал.
разжал, рубаху задрал, шприц достал, вколол. Меня пацанов учили колоть. А это не та анатомия. Лифчик грязненький, тело земляное, а лицо румяное, яблоком пахнет. Когда искусственное дыхание делал, губы у нее уже твердые были, будто целоваться не хочет. Из того экипажа только наводчик выжил. Не ходи сюда больше. Ждал? Просто заказал. Я со сладким завязала. Видал? Прыщец. Хочешь потрогать? Это от тортов. Смотришь? Не смотри. Еще что-нибудь хочешь? Начать восхищаться мной вчерашней. Сказать, какая была удивительная постель. Честный? Связь. Ну, ответишь честно? Да. Будем еще? Подрываешь мою самооценку. Ну почему же? Это же так интересно. Скрытые душевные муки. Кто может так кричал? Вообще-то женщина должна кричать, когда ей хорошо, а мужчина шептать. И то только во время оргазма. Это что, хоровое пение? Правил нет, хочу, кричу, хочу, читаю стихи. Дорогие мои, молодость, страсть и прочие американские горе любви собрали нас сегодня опять в этом кафе. Здесь познакомились Дуня и Стас. О. И здесь, а в общем, много чего здесь. Ну вот, и мы в этом замечательном кафе.
сочетаем их, ну, я бы сказал, таким демографическим браком. А это событие, как вы сами понимаете, после которого обычно все кричат. Горько! 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 Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать. 3 с тобой меня били только в 8 классе. Он говорит, ты первый полез. Че ты ходишь за мной? Ну что это? Любопытство? Страх одиночества? Поиск впечатлений? Поиск впечатлений. Цирк. А ты клоун. Самый настоящий. Надоело. Глупость надоела. Любовь всегда глупость. Еще вранье. А еще мы с тобой. Что? Мы. Вот уж ты. Вот уж да. Че, прям так? Можете опять поискать какую-нибудь с отвисшими сиськами? Ты же думаешь обо мне. Ты приходишь, сидишь, ждешь ее, как заведенный. А думаешь ты обо мне. Потому что я прекрасна и удивительна. Не усложняй. Ты чё? Сейчас, подожди, я рожу и продолжим, ладно? А такси мне слабо! Ты кто? Странный жениха. А, это ты из Стасика. Отговаривал жениться, да? Да-да, не стесняйся, вижу ты. Ну ничего, правильно делал, что отговорил. Я нашел! Пиздец, не вырваться.
Я нашел! Нашел! Вот пошли в машину. Тихо. Не понял. День учусь. Однажды ночью пятеро пристали, а у меня молот в сумке. Я его домой приношу и кручу, кручу. Замуж тоже чуть не вышла за тренера, а за него все наши детки чуть не вышли. Разве не ты объявление дал? Ну? Талантливый хедхантер ищет талантливую девушку по имени Анна. Я талантливая. Мне лучше не отказывай. Спросить хочу. Ты кого сейчас ждешь? Нефиг ждать, Берда. Пусть доживет. Пластмассовый. Пистоны забыл поставить.
надо поднимать. Я говорю, не надо поднимать. Не слышу. Мне тортика захотелось болтать. А болтать это к архитектору? Нет. Прагу, пожалуйста. Офицер тебя тоже ждал. Мне нравится слово «тоже». Будем. Спрашивай, что хочешь. Ты объявление на сайте знакомств выложила? Глупый вопрос. Меняем тему. Можно? Я понял, что Вселенная вот-вот перестанет расширяться, замрет на мгновение и начнет возвращаться в точку. Мы этого не почувствуем, но вот все изменится. Время потечет вспять. Понятно. А что изменится-то? Вы будете фиксировать увольнение, а не набор на работу. И весь мусор, который мы выбросили, станет возвращаться к нам и принимать форму прежних вещей. Наказание будет предшествовать преступлению, и все, кто расстались, встретятся. Но встреча – печаль, а расставание – радость. И люди рождаться будут из земли, а умирать в утробе матери. И все посчитают это естественно. Здравствуйте. Здрасте. Посмотри. Вот. Вот, позвонила. Сколько? Седьмой.
Торопишься? Кофе остынет. А я тебя по телевизору видела, когда банк ограбили. Смотрю, вдруг ты в кадре. У меня даже дыхание перехватило. Представляешь, а он пинаться стал. Он? Он. Я сейчас быстро устаю и всего боюсь. Как твой жених? А я его придумала. Правда смешно? Ладно, не смешно. Я старалась не возвращаться, но увидела тебя и... Я правильно пришла? Ты же меня... Ты со мной? Да. Чего тут? А ты? Я мимо шел. Я тоже мимо. Если ты думаешь, что я тебя жду, то... Это же я жду, а не ты. Здесь не курят. Не ходи сюда больше. И вообще, это я придумал ждать. Ну, жди. Слушай, все хорошо. Мне просто нравится это место. А ты молодец, ты все правильно делаешь. Я вообще заметила, что правильные люди счастливы тогда, когда поступают правильно. А неправильные, когда... Вот. Давай. Все, я запуталась. Thank you.
Пойдем. Погуляем. Это кекс? Это не кекс. Почему в нем столько соды? Им руки можно мыть, солдат. В поваренной книге написано: сода пол чайной ложки. Чайной! Не пакет, не жменя с горкой. Половина чайной ложки! В Киргизии чайные ложки есть? Покажи свою чайную ложку. Чё, не катит? Жалобная книга где? Сейчас полицию вызову. Emniyge! Emniyge! Ben seni milise haberim! Sen cönd aytam! Sen! Seni kıdırttım! Aray! Kıyırma! Adamlar oğad! Кто ей про тебя рассказал? Я. Просто... Когда работаешь секретарем, то все вокруг кажется интересным. Вот, все. Кроме работы. Я раньше влюблялась часто. Раз в полгода. Я помню первого мальчика.
Мы поехали с мамой летом в дом отдыха. И я в 5-м классе, а он в 4-м. И все у нас было так как-то радужно, солнечно. А за 2 дня до отъезда мы с ним поссорились. Конфеты не поделили. Мишка на севере назывались. И вот мы так и разъехались, и вот больше не виделись, а он мне снился потом. 7 лет. Я вот даже имени его не помню, так и зову Мишка на севере. Знаешь, наверное, если бы он сейчас здесь появился, то нам, кроме как об этих конфетах, и поговорить-то было бы не о чем. Я готовлю хорошо. Говорят, что у меня получается шарлотка. Надо взять 3 зеленых яблока, 3 яйца, стакан сахара, коричневый стакан белого сахара, масло, мука и немножечко меда. Вот мед — это мой секрет. У меня дома чисто. Нет, ну, не то чтобы стерильная чистота, но вот порядок, все на своих местах. Я веселая. Я очень веселая. Капитан Прохоров убойный отдел. По-русски понимаешь? Не кивай, не кивай. А то язык поешь учить на историческую родину. Помнишь такую? Да. Где она? Уехала. Давно? 2 недели. Глаза у тебя чего-то бегают. Распахни глаза-то. Куда уехал? За границу уехал. За какую? Приедет, позвони. Чай с лимоном. И 2 кекса. Эти. Не говори ему ничего. Джанбаш. Мне вас иначе описывали. Почему сюда позвали?
Позвал, а вызвал. Давно здесь были? Месяц назад. Саморядова Вера Петровна. Брат из Читы приехал, а сестры нет. Были на ее квартире. Документы, деньги, зубная щетка, все на месте. Звонила вам? Нет. А вашей жене? Психолог, который консультировал вас по поводу избавления от любовной зависимости, Попов Константин Аркадьевич, показал, что говорил с вами о курьезной методике, как надо вылепленную в полный рост глиняную бабу с моста скинуть. С горы. С горы? А есть разница? Когда-нибудь здесь в кафе жену свою били? Не молчите, Олег Николаевич, не время. Уже долго она сидела. Ну и мы с ней. К себе привел. Нормально. А потом плакать начала. Ревет, ревет. Сопли по ветру. Ну, что ты ревешь? Я же не опыты над тобой проводил. Что дальше? Застрелил. У вас нет табельного оружия? Нет. Труп где? Где? Я ей бутерброд с колбасой сделал и домой отпустил. Это чай. Протокол на место положить. Да. Когда она последний раз из кафе уходила, 17 сентября, он за ней пошел. Кто? Ну, этот, который с 5 до 7. У банка там одно место есть. Там улицы и кафе хорошо просматриваются, и камеры не ловят. Там, наверное, стоял. Это все? Он тоже больше не приходил. В один день исчезли. А вы, оказывается, наблюдательны. А что? А вы знаете, что у вашего парня Виктора Сурова после ограбления банка изъяли не все деньги? Нет, не знаю. Не хватает 3,5 миллиона рублей. Войдите! Корча курча чабыжып, канралаш суахты, канманасты чороны, качырып келді душманды, үйтігінде қытайды, қырып кетіп параты, алтын кемер тұшудып, өлір жерің үшілдіп, манасты буран чақырып, қылыш шілтеп найзалап, сүріп кетіп параты ты! Я убил. Кого? Всех. А Саморядову за что? Таджика толкал. Она видела.
запомнила? Надь. Чего? Так. Сколько пацанчику-то? 8 дней. Жизнь продолжается. Я вот тоже. Майора получил. Алкогольную лицензию ему строил. Женюсь. Не печальтесь, Олег Николаевич, теперь никто не узнает. О чем? Это же вы, Саморядову. Поступок. Представил себя на вашем месте. Тебя ждут изо всех сил. А ты сиди с нелюбимой уже бабой, беременной, которая с ума от всего этого сходит. Такое на куски порвать может. Неужто думали, я кофевару нашему киргизскому поверил? Почему он себя оговорил, тоже понятно, из-за Надьки моей, любил. Она ему теперь передачу носит и счастлива. Саморядова к метро через мост направилась. Ты за ней. А к метро не пришла. Камеры там. Очень похоже, что ты ее с моста, как с горы. Я бы все равно тебя не взял. Трупа нет, свидетелей нет, доказательств нет. А сам бы не сознался. Не сознался бы? Умный. На слове не поймаешь. А потому бармен. Какая на этот раз вышла справедливость? Всегда должна быть справедливость. Чтобы каждый из них на своем месте сидел и радовался. Чтобы все видели, пришла она, все. Шарлотка есть? Шарлотка нет. Совсем нет. Не было никогда шарлотка. Чего отпустит? Здесь теперь хорошо. Курить можно. Месяц, ба.
багрянцем, где волны шумели у скал. Поедем, красотка, кататься. Давно я тебя поджидал. Поедем, красотка, кататься. Давно я тебя поджидал. На! Открытое море, где с бурей. Говёно здесь стало. Её ждёшь? А ты кого ждёшь? Кофе. Чувак, тут простая забегаловка, а не сказочный лес. Чудес не бывает. Показать фокус. Не заметил, что похоже. Столько тут сидишь и не заметил. Хочешь, я с тобой пойду? Просто так. Мало просишь. Ну, а чисто технически? Thank you.
Ты где была? Нигде. Ты же меня убил. Глины под рукой не оказалось. Ну и как? Помогло? Когда умираешь, делаешь массу глупостей, которые потом сложно забыть. Они мельтешат внутри, не дают чувствовать и думать так, как надо. Главное, чувствовать не дают. Хочешь меня поцеловать? Куст. Облако. Лампа. Иди сюда. Сама с обессиленным сердцем.
нырнула в морскую.